В этом выпуске мы расскажем и покажем вам, как же сделать вот такие Minecraft шахматы. Сначала необходимо скачать файлы с развертками из нашей группы ВКонтакте или с сайта minecraftpapercraft.com. Ссылки вы найдете внизу в описании к этому видео. Затем распечатайте их на матовой фотобумаге. Теперь необходимо вырезать фигуры и части доски по красному контуру. Вот так. И дальше профальцевать сгибы по пунктиру. После того, как вы вырежете фигурку, можно ножницами по линейке вот так вот провести по сгибу. Вот так. Для того, чтобы бумага легко сгибалась в этом месте. В результате, посмотрите, получается, что она легко сгибается. Вот. И теперь необходимо склеить получившуюся фигурку. После склеивания у вас получится вот такая вот фигурка. Аналогично вырежьте и склейте остальные фигуры. Ну вот теперь, когда обе наши Minecraft армии готовы, осталось только вырезать и склеить саму шахматную доску. Ну вот мы склеили шахматную доску, и у нас получились вот такие Minecraft шахматы. Я думаю, они вам понравились. Подписывайтесь на канал, и мы с вами попробуем поиграть в эти шахматы в следующих выпусках. До встречи!